Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как вытаскивать и вставлять обратно внутренний горнолыжного ботинка и зачем это нужно. Значит, любой современный горнолыжный ботинок состоит из двух частей. Это внешняя скорлупа пластиковая, ее называют еще раковина, шелл, в общем, много названий, но суть одна. И внутренний мягкий ботинок, который вы уже, собственно говоря, вставляете ногу. Значит, для чего нам нужно периодически вынимать внутренник из внешнего пластикового ботинка? Первое, это для какого-то ремонта внешнего ботинка. Второе, это для термоформовки внутренника. И третье, вот самое распространенное, самое частое, это для просушки. Поскольку в процессе эксплуатации между пластиковым внешним ботинком и внутренником образуется конденсат, то нужно периодически внутренник вынимать и просушивать для того, чтобы избежать сырости в ботинках и неприятного запаха. Итак, сейчас я вам покажу, как извлечь и вставить обратно внутренний ботинок. На самом деле это очень просто. Поехали. Значит, для того, чтобы извлечь внутренник, нам сначала нужно, естественно, ботинок расстегнуть. Все клипсы мы расстегиваем. И берем одной рукой вот здесь, вот за заднюю часть ботинка, второй рукой за, собственно говоря, за внутренник. И тянем вот таким образом. Все, внутренник мы извлекли. Можно также извлечь еще дополнительно стельку из внутренника. Для того, чтобы просушить полностью ботинок. Вот, значит, как вставить обратно? Ну, соответственно, вставляем стельку. И ботинок мы вставляем обратно. Ну, здесь нужно следить, его нужно немножечко вот здесь раскрыть, вот эти вот части. И таким вот образом вставить. Проверить, чтобы там не замялась у нас подошва. И после этого ботинок застегиваем все клипсы. Абсолютно ничего сложного. Я думаю, что каждый способен с этой задачей справиться. После того, как вы ботинки просушились, вы вставили внутренник обратно, нужно обязательно ботинки застегнуть полностью на все клипсы и хранить их в застегнутом виде. В противном случае пластик ботинка внешнего, он будет деформироваться, терять свою форму, и вам будет сложно их застегнуть, и он может даже сломаться от того, что он будет испытывать повышенные нагрузки в процессе застегивания. Вот, собственно, все, что хотел рассказать. Храните свои ботинки, ухаживайте за ними, и они будут вам служить долго и счастливо. Все.